хорошему привыкаешь быстро. Поэтому работа службы такси давно стала привычным делом во многих районах. Зимой на такси везут ребенка в детский сад, школу, можно даже уехать в соседнее село или город. Все ли благополучно в этой сфере услуг в Усть-Нере, узнали наши коллеги. В Усть-Нере работает 6 диспетчерских служб такси. Об основной проблеме, с которой сталкиваются работники ГИБДД, работая с таксистами, говорит начальник отделения ГИБДД по Ильинскому району, майор полиции Никифор Алексеевич Петров. В проверках выясняются такие недостатки, как, вот, допустим, например, диспетчерские службы, они работают не как служба, диспетчерская служба по перевозкам такси, а вид деятельности у них стоит как прочие услуги, и, соответственно, они никакой ответственности перед законом не имеют. Скажем так, в народе бомбилы, которые ездят без лицензии, которые тоже мешают практически работе, нормальной работе службы такси. Сегодня в Усть-Нере силами управления Гостехнадзора и управления ГИБДД проводился совместный рейд по осуществлению контроля за деятельностью легковых такси. Это не первый рейд, и результаты проводимой ранее работы сегодня уже заметны. В основном проверка показала, что водители, занимающиеся именно перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, они более упорядочили свой вид деятельности, то есть имеют соответствующее разрешение, лицензии. И как сказал нам Никифор Алексеевич, по итогам 11 месяцев ДТП с участием службы такси в районе, к счастью, не было. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, НВК Саха, Усть-Нера.